Подозрительный шум, доносящийся из соседского двора, первой услышала пенсионерка баба Аня. Рычание и людские крики всполошили женщину не на шутку, ведь она знала, за забором живут три огромных бойцовских собаки. Туда подошла, ой, сильный стол, он шумит, помогите, помогите, ой, ой. Я сюда кинулся, никого нет. Куда? Говорю, все, собаки рвут. Они... На зов старушки сбежались местные мужчины. Булат заглянул за соседский забор и увидел страшную картину. Хозяина дома буквально рвали на части собственные собаки. Вместе с еще одним соседом он схватил вилы. Им каким-то чудом удалось загнать озверевших животных в дом. Но истерзанный мужчина уже не подавал признаков жизни. Мы начали звонить в скорую, участкового позвонили. Они приехали. Вот. Но он уже этот, уже там... С ним делать нечего было, он уже умирал уже все. В настоящий момент проведена судебно-медицинская экспертиза. А причиной смерти данного человека является малокровие внутренних органов. То есть человек истек кровью. А в настоящий момент проводится следственная проверка. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. По словам соседей, погибший мужчина строил свой дом около 3 лет. И, видимо, для охраны стройматериалов завел 2 алабаев и 1 добермана, изредка выгуливая животных в окрестностях. Один раз вот летом, прошлое лето, вот мы в огороде убирались, вот, и он собак выгуливал свободно, вот так выгулил, сам ходит с ними. И собака начала лаять, подбежала к забору. Я только сказал, я говорю, сосед, надо завязывать, дети гуляют здесь, играются. Он сказал, они со мной, они меня не тронут, никого не тронут. Что же заставило собак в этот вечер наброситься на своего хозяина? И соседи, и следователи пока лишь строят догадки. Животных, познавших вкус человеческой крови, этим же вечером уничтожили. По словам очевидцев, которые осматривали тело погибшего мужчины, от него доносился резкий запах алкоголя. Возможно, на это и среагировали огромные собаки и набросились на своего хозяина. Местные вспоминают, погибший мужчина, переехав в Нижнюю Павловку, не спешил знакомиться и устанавливать дружеские отношения с соседями. Сейчас никто не вспомнил даже его имени, но шокирующий случай и жуткую смерть односельчанина здесь еще долго не забудут. Он какой-то скрытный был. Вот идет, я раз-два пыталась. Здравствуй, сынок. Ну, видишь, что он моложе, мне 77, а он-то молодой. Говорю, здравствуй, сынок, он хоть бы мне слово. И, наверное, говорю, перед смертью страшная неделя же. А я говорю, здравствуй, хоть поздоровкайся. Он говорит, здравствуй, бабушка. Виталий Сапожников, Константин Воробьев. Наше время.